Роман Адамов, конечно, здорово вошел в игру. Ну и здесь Кобзе тоже молодец, потому что он, в принципе, можно было от него ожидать удара из этой позиции, а он сделал пас. И, конечно же, молодец Милошевич, который защитников сумел открыться. Сейчас, наверное, на повторе это будет видно, как он буквально отскакивает от защитника, остается один.